Евгений Олегович, ребенку 2 года, все новое яркое сразу в рот. Это значит, что еще что-то вылезет? Или это уже вредная привычка? Это значит, что у человека есть куча способов познания мира. Да? Есть зрение, слух, обоняние, язык. Из этих всех способов ваш ребенок способ посредством языка очень полюбил. Ну вот это индивидуальная особенность его организма, его нервной системы, его органов чувств. Ваша задача с учетом этих индивидуальных особенностей обеспечить безопасность. С этим даже можно бороться, например. Ну вот просто подкидывать предметы и обрабатывать их чем-нибудь горьким. Например, сок ягод калины. Берете? Это же не вредно, да не горький. Вот вы знаете, что он имеет привычку все тянуть в рот. Положили что-то, намазали. И он уже знает, что, оказывается, не всегда хорошо. Могут быть неприятности. И вы к этому готовите постепенно. То есть тренируйтесь. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.